Андрюх, не бери кресло за 300 баксов, можно взять за 150, но только ни в коем случае не бери а-ля киберспортивное. Не, ни в коем случае не киберспортивное, это что, обычное офисное? Спасибо, братан. Донатик отобразится на следующей сцене. Не бейте, будем бить первым. Ого, мне навалил кто-то. Ого. Ничего себе, мне кабину расшатали. Я что-то не заметил, короче, какой-то вот этот колдун вообще невероятно сильный. Или кто он там? Короче, расшатали бубен. Расшатали бубен прям вообще жестко. Получаю от цели, не бейте, 7000 урона. Неплохо. Неплохо. И перед этим 4, 2. Неплохо. Оценил. Сколько онлайн на серваке? Много. Я ну точно не знаю. Там на L2 он вроде бы сейчас показывает, но много. Вот этого, короче, хелпера надо убивать. Опять какие-то маги, фантом, сумонер. Ну, у нас кто там? Какой-то типа, шо? Орк с дуалами и лучник. Ну, тоже не самый лучший выбор. Ну, посмотрим. Как выбрать стихию, которую бьешь? Вот здесь. Тут реально без вложений в игру играть. Реально, но ты как бы не сможешь тогда находиться на уровне как-то выше среднего. Ну, то есть, если тебе не принципиально где-то там находиться в каком-то топе, то, ну, играть можно. Смотрите ролик до конца, там вас ждет сюрприз. Так, ребятки, ну что же, давайте сделаем эти штучки плюс 7, но я на это надеюсь, по крайней мере. Очень будет печально, если не получится, а не плюс 7, рассчитываю. Ну, начинает ломаться уже с плюс 4. Вот, буду лесенкой точить. Ну, сначала все на плюс 4.
Неплохая была серия. Я аж удивился. Теперь пошла неблагодатная, видимо, полоса. Не, ну этих 14-16 зашло на 4. Я не знаю, что там за шанс. Ну, наверное, неплохо. Может быть, там шанс, правда, 90% или 80%, я не знаю. Эти похуже как-то заходят. Да, тех зашло 14, этих 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 из 16. Вместе получается 24 из 32, то есть 66%. Ну окей. То есть 66%. Я не знаю, какой там официальный шанс. Но у нас получилось вот так. Вот так вот у нас получилось. Погнали далее. Что тут уже не все так радужно. Я бы сказал, вообще не радужно. А вы говорите, зачем так много взял? Чтобы плюс 7 сделать. Игнат Ушин, 102. Округлю уже до 500 за сегодня. Спасибо, Юр, от души. От души, братан. Спасибо. Так, из 14 четвертых у нас получилось этих 1, 2, 3, 7, ровно половина пятых. Посмотрим, что с этими будет.
А этих получилось 1, 2, 3, 6 из 10, то есть 60%. И суммарно из 32 у нас осталось 7,6, 13. То есть это что-то около 30%, короче. Ну что ж, погнали далее. Неплохо. Плохо. Плохо. Хорошо. Плохо. Очень плохо. Отвратительно. Не будем откладывать вопрос с этим агатионом. О! Вот это уже нормально. О! Вот это уже нормально. Ну-ка. Заменить. Так. Ну, слушайте, ну первый пункт уже выполнен. Оставлю их в покое тогда пока, этих шестых. Благодать. Вообще хорошо. Не очень хорошо. Очень нехорошо. Пойдет. Плохо. Еще один такой плюс 7. Сломалось. Ну что, сделай себе седьмой, родной. Давай, красиво. О! О! Благодатненько. Благодатненько. О, плюс 11%. Вместо 9 и время перезарядки 3% вместо 2. Хорошо. Слушайте, ребятки, а план-то выполнен. Так еще тут еще и есть куда потыкать. Мало ли что. Мало ли что. Ух ты, ух ты. Фантастика. Ой, вообще как красиво. А давай 8! А давай 8! Вот это батя не ожидал! Вот это батя не ожидал! Вот это, бля, вот это красиво! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это батя подфартило! Хо-хо-хо-хо-хо! Я выключу камеру и немножко попрыгаю с бубном. Сейчас вернусь. Если что случится, то я тут как тут. Ого, ребятки, благодать снизошла. Ну что, я бубны посотрясал. Ну давайте, давайте, еще бы вот такой бы восьмой сделать. Я бы вообще тогда в шоке был. Тупо бы звезда был в шоке. Ну на этот я как бы не рассчитываю. Ладно, прощаю. Ну вот эти-то два парня не подведите, блядь, батю! Не подведи, батю, сучонок маленький! 8 визуализирую, сука! Батя делает вообще тупо, как юный бог! Ого, с 16,2 восьмых маму в кино водить не хотел. Вообще класс. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасная игра.